Всем здорово! Я бы очень хотел сказать то, что я нахожусь снова на смотре Rage, но нет, сейчас лаунчер Rage MP лежит, и, кстати, за год с чем-то, как я играю вообще в GTA 5, это первый раз такая ситуация происходит, то, что Rage полностью лег и не работает вообще ни один из серверов. Кстати, есть парочка серверов, которые в Дискорде опубликовали инфу, то, что через Direct Connect можно подключиться, пока лежит Rage, но на смотру так подключиться нельзя. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видосы и стримы от меня. Также заходите, играйте на смотру Rage, вводите мой промокод GLARUS, скорее всего, когда половина из вас, кто смотрит этот видос, Rage уже работает. Зачем я решил записать этот видос, несмотря на то, что лежит Rage, типа чем я буду заниматься, что я буду говорить, что я буду делать? А дело в том, то, что я успел зайти на смотру Rage на полчаса перед тем, как она легла. И как вы знаете, с лутом есть серьезная проблема. С лутом есть она, а с охотой проблем почти не было. Но тут Саня решил один день не рестартить сервер, одну ночь точнее, и посмотреть, будет ли респавниться подводный лут и будут ли респавниться животные для охоты. И чем больше проходило времени, тем меньше было животных, тем меньше было лута на сервере. С наземным лутом только все было нормально. И сегодня Саня это пофиксил, как я понял, потому что животных было просто до пизды. Я как раз таки успел на респавн лута, я специально проплыл просто карты очень много и посмотрел, где есть лут, где нет лута. Встречал парочку чуваков, говорил то, что я лутать не буду, мешать вам не буду, лутайтесь сами. И спрашивал у каждого, сколько лута вообще на карте. И мне люди говорили то, что ну, лута достаточно. И пока я играл в киллфиде, может сейчас этот видеоряд вставлю, в киллфиде просто бесконечно убивали животных. Поэтому животные теперь респавнятся норм, подводный лут тоже респавнится норм, он респавнится... Как будто его стало гораздо больше, чем вообще было. Потому что после того, как вы залутаете всю карту, опять же, по всей карте заспавнится лут. Даже в самом... Короче, я не знаю, как говорить без мата. В самых жестких ебенях лут все равно продолжает респавниться. И это очень хорошие новости, потому что лут подводный плюс лут наземный плюс охота — это самый прибыльный заработок на проекте Смотра Rage. По поводу лута и охоты, вообще изначально они должны были работать нормально, но то, сколько я играю на сервере, с лутом постоянно есть какие-то проблемы. Я надеюсь, то, что этот фикс наконец-то решит абсолютно все проблемы. Чтоб вы понимали, с элитными кейсами даже иногда происходит такая херня, если, например, сервер с утра до вечера не рестартится, точнее с утра до утра не рестартится, то каждый час иногда лут мог просто взлетать примерно на полметра, на метр. И Кекич показывал очень смешной скрин, я его сейчас найти не смогу. Где-то над трассой висел элитный кейс примерно метрах, наверное, в 20. И его, разумеется, типа никак не поймать. Его Кекич случайно заметил этот элитный кейс. И почему это происходит с лутом, вообще непонятно. Саня ставит это на рассинхрон, то, что лут может проваливаться под землю. Лут может каждый час быть все выше и выше. Непонятно, почему это не работает. В плане животных тоже. Типа сколько охота, пару месяцев на сервере, все было всегда хорошо. Но в последнее время с какими-то обновлениями Rage, с какими-то обновлениями GTA 5, все начало идти по езде, и животные очень хорошо спавнились, а потом просто почти переставали спавниться. И все, наверное, думали то, что да, просто где-то животные в другом конце карты спрятаны. Но нет, люди проезжали всю карту и в киллфиде буквально за полчаса там убивали троих животных. И, ну то есть, прям было полное говно. Поэтому пока что у меня для вас, для тех, кто зайдет на смотру Rage, хорошие новости. Лут подводный пофиксили, животных тоже пофиксили, животных дохуя, лута дохуя. А охотиться без подводного лута, как вы понимаете, не получится. Почему? Потому что оружие падает только в подводном луте. А просто покупать оружие для охоты — это опять же очень плохая идея, потому что вы вряд ли окупитесь, если будете так много покупать оружие постоянно. А в подводном луте его падает до хера. Я открыл, наверное, кейсов 20, мне выпало 5 пушек и выпал еще акваланг с износом 30%. То есть я даже пока не лутался, грубо говоря, просто искал места, где есть лут, я уже заработал хуеву тучу бабла и окупился вообще уже в несколько раз. Разумеется, будет подробный видос по поводу лута, по поводу охоты, сколько можно в итоге заработать по моему маршруту. Потому что после того, как я купил мотоцикл, мой маршрут расширился на лутерстве и на охоте. Потому что половина карты, например, тот же самый Чили, да я просто туда не сувался без мотоцикла. На какой-нибудь даже Феррари, там ездить некомфортно, один камень и ты летишь
С Чилия, да. На мотоцикле, в принципе, примерно то же самое, но этот камень на мотоцикле гораздо сложнее задеть, и мотоцикл гораздо стабильнее, комфортнее. Но про мотоциклы обзор уже есть на канале. Вообще, зачем нужен мотоцикл? Поэтому, когда вы зайдете на сервер, надеюсь, все будет хорошо. И, кстати, будет хорошо, если вы пойдете лутаться, и мы опять же чекнем, нормально ли респавнится подводный лут или нет. И опять же, для того, чтобы убедиться, нормально он респавнится или нет, нужно ждать прям до ночи, до 11, там, до 10 хотя бы вечера. И в этот момент лутаться, убивать животных. И только тогда мы сможем понять, нормально ли все работает. Но знаете, в чем проблема, блядь? В данный момент может произойти такая ситуация, то что из-за того, что рейдж лег, из-за того, что он обновился, лут опять пойдет по пизде вместе с охотой. Поэтому давайте, короче, все вместе проверим. Сани накидаем фидбэка по поводу лута и охоты. Может быть, кто-то найдет какую-нибудь закономерность. И вам все равно нехуй делать, потому что, блядь, сервер лежит. И мне тоже нехуй делать. Я, если что, в Rocket League, блядь, в тренировке катаюсь просто по стенам, пока записываю этот видос. Потому что, ну, скажите мне, что еще можно делать, пока лежит рейдж. Короче, всех люблю. Всем спасибо, то, что смотрели. Сейчас, короче, не пинчану в ворот. Ладно, хуй с ним. Короче, все, всем пока. До скорых встреч. Сегодня еще по-любому будет видос, если рейдж, конечно же, встанет. Я опять же повторюсь, никогда не было такого, что рейдж просто, блядь, брал и уложился. Всем пока.